Похитил 60 миллионов тенге. Главу строительной компании обвиняют в присвоении бюджетных средств Алматинской области. По данным агентства по финмониторингу, подозреваемый не выполнил условия договора по ремонту двух школ в селах Сарбастау и Карагаш. Застройщик предположительно составлял фиктивные акты выполненных работ. По результатам следствия уголовное дело в отношении руководителя ТОО передано в суд, который рассмотрел дело с вынесением обвинительного приговора. При этом ущерб, причиненный государству в сумме 57,5 миллионов тенге, полностью погашен осужденным.